допускаю, потому что про замкнутый цикл говорили. Вот на этом немножечко остановлюсь, потому что в основном мы работаем по переработке топлива и замыкания топливного цикла на основе смешанного уран-плутоний-нитритного и оксидного топлива. И небольшой экскурс в сторону к предыдущим докладчикам. Я с большим удовольствием прослушал доклады в первую очередь, конечно, от ГХК и Маяка, потому что мне это гораздо ближе с точки зрения переработки топлива. С интересом хотел бы отметить, что в упомянутых реальных достижениях и горно-химического комбината, и ПО «Маяк» постоянно мелькают разработки, выполненные... Не, я не упрекаю докладчиков, они не должны были упоминать, но как представитель научных институтов не могу не сказать, выполненные научными институтами, представители которых присутствуют здесь в зале. Это радиоинститут и ВНИИ. И топливо АМП разрабатывали совместно технологию. Ну, первые же подходы радиоинститут и ВНИИ. И на АДЦ упомянутый здесь процесс оксидации, я могу даже напомнить, сколько было, ну, скажем так, перепалок и споров на стадии разработки технологии, а нужен ли этот процесс, и по тому, а нужно ли замыкать водооборот и кислотооборот на заводе. Но сейчас это все совершенно справедливо наши коллеги с Маяка и ГХК подают как нормальные собственные достижения, потому что это внедрено, и внедряли-то именно они. А вот за разработкой всегда стояла наука. К чему я это раз сказал? А сказал я это к тому, что такой вопрос, а зачем мы занимаемся, следующий слайд, пожалуйста. Да еще и, простите, Рафику. Да еще и по отношению к онсайт репроцессинг, ну, вроде бы будет, не будет, в какой перспективе, непонятно. Просто как представитель науки я хотел подчеркнуть, что вот все проект «Прорыв» вовлечены, практически все предприятия отрасли, все, очень многие научные институты и академии наук в том числе, и мы занимаемся научными основами. В первую очередь научными основами технологии и самой технологии. Выбранный проектный подход, позволяет, требующий еще и разработать проект завода, требует не просто разрабатывать научные основы, а еще и помня, что они должны быть внедрены и увязаны воедино. В общем, то, что здесь представляется от ИТЦП «Прорыв», связано, но по-хорошему это полный вклад правилового института, ВНИИМа, НИАРа, института Фрумкина и ГИАХИ. Значит, задача поставлена переработать топливо с временем охлаждения не более 1 года, извлечь делящиеся материалы на 99,9%, но иметь возможность переработки как МОКС, так и нитрида, полностью удовлетворять требованиям нераспространения и мощность, как планируемая, 5 тонн. И что самое главное, это потери урана, плутония и нептуния ниже 0,1% в радиоактивные отходы. Выделение америция кюрия в отдельный продукт точно так же предусмотрено требованием проекта «Прорыв». Для реализации этой технологии предложен PH-процесс, это комбинированная схема, это сочетание петрохимических высокотемпературных операций и гидрометаллургических операций на аффинаже. Ну, впервые этот подход, можно считать, появился на АДЦ ГХК, когда в голове поставили волоксидацию высокотемпературную пирохимическую операцию, конечно, существенно более простую, чем то, что предлагается здесь, но сама идея оттуда, то есть головные боли гидрометаллургии, в том числе третий в первую очередь, ну и многие другие продукты деления, которых в топливе быстрых реакторов существенно больше, чем в топливе тепловых, решить эти проблемы в голове на высокотемпературных пирохимических операциях. А гидрометаллургию использовать для очистки отходов и для получения чистых продуктов аффинажа. Соответственно, постадийно, я не буду останавливаться и детально рассказывать, просто продемонстрирую, что практически все операции в том или иной мере проверены как на модельных, так и ринарных продуктах в разных объемах, в разных масштабах. Эта работа близка к завершению, то есть завершить мы ее планируем в середине 2018 года. Есть отдельный вопрос с пирохимической частью переработки, она немножечко отстает, потому что... Не совсем правильно была сделана посылка о том, что нитридное топливо не будет отличаться от металлического топлива вообще. И эксперименты с реальным топливом, выполненные в 2013-2014 годах, показали, что, к сожалению, это не так. Здесь произошла очень техническая ошибка. Пришлось отступить обратно. В данный момент
начать не заново, но сделать большой шаг назад от работы с реальным топливом, назад к работе с имитаторами, с нитридами урана и нитридами плутония. Эта работа сейчас ведется под руководством Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Академии наук. Но и надеюсь, в следующем году она должна выйти на проверку уже с плутонием. Ну а яд придется отложить на более поздний срок, когда появятся такие возможности. Что касается операций переработки гидрометаллургических, то впрямую, в том же, в связи с неудачей с пирохимической реализацией, быстрой реализацией пирохимических технологий, было принято решение на модуле переработки обеспечить и возможность переработать по чистой гидрометаллургической технологии. Хотя бы в первые 5 лет эксплуатации нитридного топлива, то мы проверили все варианты, что делать, если перерабатывать сначала. Не только катодный продукт, но и гидрометаллургию. Одним из вопросов было, а можно ли для пирохимии растворять вообще смесь, гомогенную смесь слитки уран-плутоний-нептуний. Такого никто не делал, мы проверили. Опасения были, что будет серьезное осадкообразование, однако, к счастью, оказалось, что это не так, и процесс растворения мы нашли и проверили. В общем, даже доказали на модельном топливе, что потери плутония на данной операции не будут превышать допустимые. Мы внесли серьезнейшие изменения в схему с точки зрения высокоактивных отходов. Вот эта работа была выполнена фактически радиовым институтом. Ну, в теснейшем взаимодействии разработчиками технологии является радиовый институт. Самая главная часть этой технологии – то, что можно упаривать радиоактивные отходы в непрерывном режиме с разложением азотной кислоты, не бояться осадкообразования, даже при переработке высоковыгоревшего топлива, и замыкать топливный цикл по азотной кислоте абсолютно свободный от трития, несмотря на то, что в оксидации удаляет только трех порядков от содержания трития в сочетании с вот такой вот выпарной технологией концентрирования ВАУ можно достичь практически чистой азотной кислоты, участвующей в замкнутом водообороте. Также изменения пришлось внести в схему ВАУ. Там мы предусмотрели радиовый институт технологию разложения солей нитрата аммония для того, чтобы обеспечить дальнейшее безопасное остекловывание радиоактивных отходов. Эта технология тоже достаточно хорошо известна, и на УДЦ, насколько я помню, она точно так же предусмотрена. Но на ПВ-маяк внедрить ее не удалось, хотя проверяли. Ну, не удалось даже не потому, что не получилось, потому что не потребовалось, нет необходимости. А вот для цикла с выделением америция и кюрия с фракционированием для будущего это, наверное, окажется необходимым, и, вероятно, ПВ-маяк тоже рассмотрит возможность использования этих технологий. Следующее, то, что мы сделали совместно с радиовым институтом и на ПВ-маяк, да еще и НИАР принимал в этом активное участие, это проверили технологию фракционирования. В данный момент 2 технологических схемы проверены на модельных растворах, но с реальными содержаниями америция и кюрия. И вот прямо сейчас на ПВ-маяк идет проверка на реальном растворе, таком полуреальном. Он не от переработки быстрого реактора, он от переработки теплового, но допированный америцием и кюрием до требований быстрого. Также хочу отметить, что именно на ПВ-маяк в сотрудничестве с институтом Фрумкина, это институт физической химии и электрохимии, у меня больше, собственно, и не на чем. Мы выделили америция и кюрий, реально разделили их между собой и получили, в общем, фактически доказательство, что 60 грамм было выделено этой технологией, мы владеем. Ну, собственно говоря, в основном, что я еще хотел сказать, то, что уже Дмитрий Никифорович продемонстрировал, то, что было переработано 12 ТВС, и что потерь, несмотря на то, что высокое содержание урана и плутония в топливе было, никаких не было обнаружено, абсолютно не превышены нормы и стандартные распределения урана и плутония для тепловых реакторов. Таким образом, МОКС топлива утверждено как абсолютно перерабатываемое, о чем Дмитрий Никифорович сказал. По СНУП сделаны все необходимые приготовления и, вероятно, большая вероятность в следующем году, наверное, в 2019 году, мы переработаем экспериментальные ТВСки со СНУП топлива. Спасибо за внимание. Так, спасибо. Есть время на вопросы. Иван уже записался на урок Владислав Игоревич. Андрей Юрьевич, вот вы назвали в своем докладе год выдержки
почему там не 2, не 3 года или не больше, потому что каждый дополнительный год это достаточно небольшое увеличение объема выдержки, достаточно небольшие дополнительные капитальные затраты, с одной стороны, а с другой стороны, это все-таки более сложная технологии, затраты по переработке. Плюс к тому, не такое большое количество плутония замораживается в обороте, не так мало у нас его. В принципе, я с этим совершенно согласен, оспаривать не буду. Приведу только один аргумент. Ну, во-первых, реакторщики утверждают, что 241-й плутоний надо бы использовать, это будет экономически эффективно, а он потихонечку разваливается, но бог с ним. А что самое главное, если мы берем комбинированную технологию, то проблема вот именно радиационной нагрузки и тепловой нагрузки, она как у вас отсутствует, мы ее решаем все равно в высокотемпературном, безводном процессе. И, в общем, поставит такая задача, ну, разумно, да? Тут скорее проблема встанет, ну, для гидрометаллургии мы и не берем, мы берем не менее 3 лет, и основная проблема встанет в том, как правильно обратиться с радиоактивными отходами, где и как их выдерживать. И тоже вопрос неоднозначный, требует очень серьезной проработки, потому что по расчетам, для того, чтобы выгодно было уже потом убрать под землю, надо все-таки выдержать лет 30. И 3 тоже будет мало. 30, наверное, а яд хранить не будем. То есть, нет, эта цифра скорее вызов для ученых, а не абсолютно вот для нас реальность, которую надо достигнуть. Но вызов всегда интересен. Вы абсолютно правы, но это еще не только для ученых вызов, а вызов для экономистов, которые должны посчитать, что вы сделаете и сколько это будет стоить. Совершенно верно. Но если мы сможем за год, уж за 3 справимся. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.